Парламент Ирана одобрил ядерную сделку с мировыми державами. В ходе голосования во вторник 161 депутат высказался за, 59 против и 13 воздержались. Соглашение предусматривает снятие международных санкций в отношении Тегерана в обмен на обязательство не производить атомное оружие и использовать ядерные объекты исключительно в мирных целях. После утверждения в парламенте власти страны смогут начать реализацию соглашения. Эта сделка – победа умеренного президента Хасана Роухани над консервативными силами, выступавшими против ратификации документа. Со следующей недели начинается реализация ядерных соглашений. Оно продлится до 90 дней. Это крайний срок, определенный в документе, сказал Роухани. После того, как договоренности будут полностью воплощены, санкции будут сняты. И так до снятия санкций остается не более 2-3 месяцев. И тогда для нашей страны наступят новые времена. Документ обретет юридическую силу лишь после того, как пройдет через Совет экспертов Ирана. Но это, скорее всего, будет простой формальностью. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи уже высказался в поддержку соглашения.